Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале Атака. Меня зовут Михаил. Сегодня у нас будет коротенький ролик, но очень познавательный, потому что, как выяснилось, простые вещи иногда у многих вызывают целую кучу вопросов. Сегодня у нас вопрос, как наушники подключить к радиостанции. Для чего вот этот штекер и как активные наушники от компании eArmor подключаются к радиостанции. Для того, чтобы они работали не только как активные наушники, но и как наушники, связанные с общением в подразделении. Что для этого надо, какие элементы, и устраивайтесь поудобнее, будем смотреть, будем общаться на эту тему. Итак, у вас есть непосредственно наушники, это могут быть компании eArmor, это могут быть любые другие наушники, но в большинстве случаев качественные современные военные наушники обладают вот таким вот штекером стандарта MIL. То есть это военный универсальный штекер, который подходит для подключения к другим элементам гарнитуры. В таком режиме, если вы используете просто наушники, вот если сейчас вы их включите, у вас будут работать наружные микрофоны на наушниках, и они будут всю окружающую вас звуковую информацию передавать вам на внутреннюю сторону этих наушников, то есть вам непосредственно в уши, и при этом отрезать высокие децибелы при взрывах, выстрелах и так далее. Но в таком варианте вы не сможете общаться между собой, кроме как криком. То есть если вы можете докричаться до своего товарища, вы будете орать, а высокий крик, высокие взрывы, там децибелы, все это будет отрезаться, вы ни хрена не будете слышать. Поэтому в активных военных наушниках они, есть возможность их подключать к радиостанции. Соответственно, если вы хотите слышать друг друга на большом расстоянии, если вы хотите слышать команды своего командира, то вам эти наушники надо подключить к радиостанции. И связь в вашем подразделении будет происходить через радиостанцию. Соответственно, чтобы подключить эти наушники к радиостанции, вам нужны сами наушники, вам нужна сама радиостанция, и вам надо это между собой каким-то образом соединить. Соответственно, вы тут же упираетесь в то, что такой здоровенный штекер вы не сможете никуда в радиостанции подключить. Нет такого штекера, который подключается к радиостанции. Поэтому возникает вопрос, компания Атака, что мы как должны соединить? И тут мы... Рады вам представить, и у нас это есть на сайте компании Атака и на сайте непосредственно компании eArmor.ua, такой известный сайт в Украине, который поставляет продукцию компании eArmor. Вы заказываете под свою радиостанцию так называемую кнопку PTT. То есть это та кнопка, которая, по сути дела, выполняет функции вашей кнопки на связи на радиостанции. Для каждой радиостанции есть своя кнопка, так как штекера на радиостанциях, они разные. Вот, допустим, в радиостанциях Baofeng, Kenwood Baofeng, у вас штекер имеет такой формат. В других радиостанциях он может иметь другой формат. Другие штекера и так далее, и так далее. То есть ваша задача непосредственно между радиостанцией и штекером сделать соединительное звено, которое позволит вам работать. Вы покупаете вот эту кнопку PTT, вот эта кнопка на включение и на работу со штекером, который соответствует вашей радиостанции. В данном случае это штекер, подходящий под радиостанции Kenwood и под радиостанции Baofeng, которые, по сути дела, их клоны. И соединяете радиостанцию, присоединяете к этой кнопке. И вот тут как раз есть вот этот штекер военного стандарта, в который вы вставляете штекер от наушников. То есть у вас получается такое три звена. Непосредственно сама радиостанция, кнопка PTT и непосредственно сами наушники. После этого вы включаете радиостанцию. Вот. И я даже уже сейчас слышу их в наушниках, так как они у меня были включены. Дальше вы одеваете шлем на голову, либо наушники, если это наушники с оголовьем. И в момент, когда вам надо общаться, то есть всю окружающую сначала информацию вы слышите через микрофоны наушников. И слышите всю окружающую обстановку. Когда вам надо общаться в своем подразделении, вы, закрепив эту кнопку где-то на снаряжении, на бронежилете, нажимаете кнопку PTT. Первый, я второй, прием, отпустили. И когда к вам приходит ответ от вашего командира, когда к вам приходят фразы от ваших сотрудников, точно так же вы непосредственно слышите это уже непосредственно в наушниках. Для связи с
подразделение, вы нажимаете либо кнопку PTT, которая является соединительным элементом у вас на снаряжении, либо кнопку PTT непосредственно на радиостанции. То есть она как бы дублирует кнопку PTT с радиостанции в более удобное расположение на снаряжении, так как чаще всего радиостанция у вас будет находиться в каком-то подсумке, она будет находиться где-то сзади, сбоку и так далее. То есть, а вот эта кнопка будет позволять вам общаться между собой. То есть, нажимая кнопку правой или левой рукой, вы говорите в микрофон, посредством радиосвязи ваша фраза передается вашему сослуживцу, и ответ от него поступает точно так же через радиостанцию, поступает к вам наушники. То есть здесь у вас внутри сейчас будут работать, соответственно, два динамика. Динамик, который работает от внешних микрофонов и слышит всю информацию вокруг вас, и второй динамик, который работает от радиостанции. Все очень просто. То есть кнопку PTT вы подбираете под ту радиостанцию, которая у вас в подразделении, соответственно. В данном случае у нас это кнопка PTT под Kenwood Baofeng. Еще раз покажу штекер ее. Стандартно такой кенвудовский штекер. А с обратной стороны у вас подключается штекер стандарта MIL. То есть кнопка PTT, она как бы является переходником от наушников к радиостанции. Надеюсь, простыми такими словами я смог вам рассказать, показать, как это все легко и просто происходит. Как происходит подключение? Буквально в два движения. Штекер в кнопку, кнопку в радиостанцию. Включили радиостанцию, настроили громкость, настроили каналы, частоты и общаемся. То есть вот так вот выглядит современный шлем с подключенными наушниками и радиостанцией. То есть вы можете общаться в подразделении, вы можете выполнять свою боевую ситуацию, быть защищенным как в баллистическом плане, так и в звуковом, то есть лишние децибелы будут отрезаться электронной схемой, которая находится внутри наушников. При этом вы будете активно общаться между собой, слышать команды вашего командира, и ваше подразделение будет выполнять поставленную боевую задачу. Если вам понравилось это короткое, простое видео, ставьте лайки. Давайте встретимся в комментариях, если кто-то что-то хочет рассказать по этому поводу. И оставайтесь на канале Атака, мы будем снимать для вас очень много интересных других роликов. Спасибо. До свидания.